Всем приветики. Собираемся, в общем, в парк. Тысячу лет собираемся. Как видно, как слышно меня. Боже, мне камера выдала ошибку в карте памяти. Я аж испугалась, что у меня не что память заполнилась, но это просто невозможно. Надеюсь, все, что я наснимала, не удалилось. За исключением редких машин, на улице в нашем районе ни души. Либо все на массовых мероприятиях, либо пережидают жару, наверное, дома, либо, как умные люди, заранее спланировали и уехали куда-то на праздники. Продолжаем удивляться, как тут так мало народу в это время, что в выходные вот на этом участке просто толкучка. И даже в моем старом городе, в самом туристическом месте, людей не так много. И прям, как я и предполагала, походу весь город здесь. Снова какой-то движ непонятный. Что-то говорят, ничего не слышно из-за эха. Начали петь. Ka 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 ka
нами плотина. Alltså det här var mer vågen än raketen. It's more like a wave than a one rocket. Nej, alltså ni får göra en gång till. Minst. En gång till, tack. Please, one more time. I know you're a bit warm. But my feet are warm too. Och den där, stort tack! Drick en massa vatten! Och kom tillbaka kvarten över fem, så då är vi på det igen! Tack snälla ni, ha en trevlig midsommar! Hejdå! Detsamma! Қандай дала? Папа қарсы. Папа дала яхат. Айо та яхат. Эй, дүсі. Эй, айо яхат. Я, дала рахат, я. Айо яхат. Айо да рахаттан отыр, я. Марат только что зашел в школу. Что ты там видел? Расскажи, пожалуйста. Кажется, это дом учителя, семья его. Ага, то есть он тут жил, да, еще? Кажется, да, продумали, сондай, да? Все, это брикс-сетер, сонерватор. Одет как учитель, слово. И объясняет, как жили они. Ну, я на конец только успел. Они были очень важными в комьюнити людьми. После общей школы 4 года отдельно учишься на учителя. Статус на Махту, уважаемый человек в комьюнити. Они были очень важны для этого. Вот. Класс. Молодец. Рахмет.
Вот Марат удивится, когда увидит, что супермаркеты, в которые мы шли, оказались закрыты. Я сама удивилась. Вот тебе и Мицамар.